Научился снимать ограничения. Во-вторых, мне очень важно знать одну вещь в будущем, которую я не скажу на камеру, я просто ее посмотрю. Ты, и у меня просьба к тебе не внушить, а сказать мне в трансе, что Артур, ты хотел посмотреть, посмотри, но не озвучивай. Вот. Ну, я сам пойму сам, что озвучивать не нужно. Вот. За месяц мы сможем проверить, вот что важно для меня, потому что я знаю, как уже снимать этот барьер, который я себе поставил. Вот. И все, наверное. Так давай, мы тогда сейчас просто, вот каждый думает, что он спрашивает у него на месяц, что мы будем проверять. Да. То есть мы чешем месяц по мелкому, да? Можно проверить все, что угодно. Давайте все, что угодно. От мелкого до крупного. Давай. Просьба, ну, пару вопросов есть. Да. Это пробы, эксперименты. На больше, да. Да. Начиная от себя и заканчивая космополитическими масштабами. Да, объяснить надо женщине. Да. Подумай над каким-нибудь вопросом, какой бы ты хотела задать на ближайший месяц. Поток пойдет, я понял. Все будет и так. Вдох-выдох, расконцентрация на стопы. Проходим вниманием по стопам. На пятку, на голень. Погружаемся глубже и дальше. Ты чувствуешь себя хорошо и спокойно. Ты чувствуешь себя хорошо и спокойно. Ты погружаешься все глубже и дальше. Погружаешься все глубже и дальше. И проходишь вниманием по ногам, на живот, на грудь, по рукам, кисти до локтя, плечи, шея, лицо. И лицо расслабляется. И тело дышит. Ты не есть это тело. И каждый вдох погружает тебя глубже и дальше. И каждый выдох уносит тебя в глубины твоей психики. Ты идешь вовнутрь себя, там, где тебе хорошо и спокойно. Там, где есть любая информация о прошлом и будущем. Это мир твоей психики. Это мир, который является твоей реальностью. И здесь есть все, и ты можешь все. И твоя реальность транслируется и заменяет материальную реальность. Так есть. Ты это чувствуешь и проживаешь. И ты можешь брать любую информацию абсолютно комфортным и безопасным для тебя способом. Это твой мир, тебе хорошо и спокойно. Ты можешь брать любую информацию. Ты вдыхаешь прохладный воздух и выдыхаешь теплый. Твое состояние детской радости. Детской радости, тебе хорошо и спокойно, у тебя есть доступ и везде. И ты можешь ответить абсолютно на любой ответ, на вопрос, дать ответ, потому как у тебя есть способности, способности к предсказаниям, способности оракула, способности брать информацию. И с каждым погружением они усиливаются и становятся все четче и яснее. И информация все достовернее и качественнее. Это твоя способность. Это твоя удивительная способность предсказывать будущее. И теперь обратись к себе, либо к своему наставнику, тому, кому ты доверяешь. И задай вопрос, кто... У меня нет ни одного вопроса в голове. Я завис. Задай вопрос. Его вопрос задай. Найди сейчас ответ на свой вопрос, который ты хотел посмотреть в будущем, и не озвучивай его. Просто посмотри и не озвучивай. Надо менять. Тебе хорошо и спокойно. Есть ли вопрос у кого? Давай, задавай. Скажи, через месяц я
смогу получить ту бумагу, о которой я думаю? Согласие этой организации. Если брать месяц календарный, как 30 дней, то нет. Если брать месяц плюс-минус пара-тройка дней, да. Верну ли я деньги своим посудом? Кыстваха синтия стияли. Какой суд? Квартира. Брак? Нет, квартира. Кисан-сын. Мы оплатили квартиру, но ее нам не дали. Кисан-сын, да. Ты государству платила деньги? Нет. Да, вернешь. Кассу? Ты считаешь, не сразу. Что ты хочешь спросить? Я хочу спросить, откроет ли мой сын кафе. Сколько ему лет? 27. Это зависит от того, если он выполнит цепь событий, которые нужно сделать. Нужно прорисовать цепь событий. Я ее вижу, я ее не смогу сейчас пересказать, это очень долго. Есть человек, который хочет задать свой вопрос, который намного важнее. И если тебе это нужно, я могу при других обстоятельствах нарисовать тебе эту цепь событий, но это будет не ранее, чем через 8 лет открытия кафе. Есть человек, у которого вопрос важнее, который хочет его задать. Не бойся. Я могу задать вопрос. Задавай. У меня объект на работе открывается. Когда он откроется точно? Я погружался узнать месяц. Артур, погружали узнать месяц. Если в рамки не уложится открытие объекта в месяц, я не смогу ответить на твой вопрос. Но, по идее, он должен до Нового года был открыт. Там Витолях и Синтис. Тихантис. Его не будет. Но будет заморожена какая-то причина, какая-то... Я не могу подобрать слово. Как... как подделка, фальшивка, причина липовая для того, чтобы отсрочить. Ты потеряешь свою выгоду. Я не знаю, в чем она. Возможно, ты ее даже и не видишь. Если ты не предпримешь сил, чтобы открыть объект, как можно быстрее ты потеряешь свою выгоду, если объект тебе заморозит и позволит открыть его позже. Мало того, ты потеряешь выгоду. Большую выгоду получит тот, кто будет против тебя. Этот человек есть. В каждой работе есть этот человек, тебе нужно его найти. Но это не тот вопрос, которого я ждал. В каком году уйдет с поста президента Путин? Месяц. Мне установка смотреть месяц. Что в Минске произойдет яркого за этот месяц? Какие события? Я вижу много людей на площади.
Есть же много людей на площади. Но телевидение, пресса, СМИ, все молчат. Я вижу, как их бьют. Они ничего не делают. Вижу палатки, дети, вижу, как детей бьют. Вижу, как бьют женщин. Бьет милиция. Это в Минске в январе? Это в Минске, в ближайший месяц. Я не знаю точной даты. Я не вижу. Угу. Я вижу снег. Падает снег. Вижу здание рядом. Такое светло-оранжевое. Такое. Я не понимаю цвет. Больно, больно, больно. Больно. Выключи, пожалуйста. Выключай, выключай, отключайся от этой информации. Наполнись любовью, светом. И задай ему вопрос, как решатся переговоры Путина и Лукашенко? На чем они договорятся? Договорятся, как и всегда. Лукашенко хочет от Путина что-то. Путин ему это может дать, но он хочет от Лукашенко что-то. Лукашенко ставит свои условия, Путин свои. Но произойдет так же, как и всегда. Все будет по условиям Путина, но озвучиваться все будет на взаимовыгодных условиях. Как будто они вдвоем свои условия отстояли. Лукашенко прогибается постоянно. Я боюсь говорить эту информацию. Не говори дальше. Можешь не говорить дальше. Хорошо. Кого за этот месяц уволят из известных людей с работы? Самые известные чиновники кого уволят? Можно назвать список должности? Нет знаний должностей, нет знаний иерархии. Я не вижу фамилию. Я могу по шкале, если президент сверху. Угу. Кто вторая шкала тогда? Министр. Премьер. Администрация президента. Третья шкала, один человек. И пятая шкала. Два человека будут уволены. Один из них сядет в тюрьму. Сядет в тюрьму за коррупцию. Сядет в тюрьму, которая находится... Это не Володарского и не Жодина. Это тюрьма, она под землей. Это тюрьма. Ее называют «американка». Она находится на парке Челюскинцев, здание КГБ. Там здание, где их допрашивают, где допрашивают террористов, где убили тех террористов, которые взорвали метро.
то, что это сделали эти два пацана. Какие счастья. Угу. Там выиграли это. Так, мы отключаемся сейчас от этой информации. Опять больно. Еще информацию про в течение месяца мы соберем. Какой спектакль яркий и красивый пройдет в Минске за этот месяц? Кишти сами телехести. Я не могу ответить. Я не вижу. Я кесте ащи сахар почему. Я. Мне наставник не дает этой информации. Потому что. Хорошо. Это не мое. Я ни к этому не привязан. Хорошо, пусть эту информацию. Счастливо. Скажи, в какую страну мне имеет смысл поехать в этом месяце? Костов и так, имеет ли смысл? Где меня ждут? Там, где тепло, но не настолько, как летом. Там климат схожий с нашим. Осенним, переходящим в весенний. Нет, такого не бывает. Весенний климат такой, когда хоть тебе и тепло, и в то же время прохладно, и вынужден одевать. Такая температура градусов 16-17, но варьирует и до 25, в зависимости от точки города. Климат там разный в одном городе, тебе туда следует поехать. Я не знаю, что это за город. Ты говоришь о Тенерифе или о Хайнане по температуре? Я не понял вопрос. Тенерифе или Хайнане? Это что? Это земли, где такая температура. Вот я там. Не знаю. Не знаешь, да? Угу. Мне вот только вот. Ты знаешь только, угу. Куда. Я набирал человек, с какими целями мне набирал только что, звонил. Стоит ли мне ему перезвонить? Насколько близок человек, чем занимается, что тебя с ним связывает? Мы с ним познакомились в связи с что нашей предстоящей работой. Что он от тебя хочет? Я не знаю, что он от меня хочет сейчас. Перезвони, узнай, что он от тебя хочет. Я считаю этот вопрос. Он не стоит внимания. А стоит ли мне вообще ему перезвонить? Я не хочу ему звонить. Тогда не звони. А снег будет на Новый год? Очень странно все. Снег на Новый год будет? Новогоднюю да. Ночь? Да. А 2 января? А 2 января будет праздник или рабочий день? Не для всех. Есть места, организации, работа, где это праздник будет, где будет выходной. Есть те, кто будет работать. Поэтому не для всех. Я разрываюсь между тем и тем. Я вижу и то развитие. Угу. Эта паутина разрастается больше от того, насколько больше профессий. Отключайся от этой информации. Настоящий зеки. Уточните еще по этому чуваку. Мне предстоит поездка там, на работу куда-нибудь или нет? В ближайшее время. Командировка какая-нибудь. Это зависит от того, насколько ты покажешь то, что ты готовишь. С той целью, с которой ты хочешь ехать, тебе нужно подготовить лучше, чем другие. Кто-то хочет ехать вместо тебя. Я не вижу, это за границей или нет. Африка, скорее всего. Кащитасы. Если тебе одобрят, лучше не едь. А
можешь дать на месяц предсказание проекту нашему по развитию? Что надо делать мне для того, чтобы проект развивался лучше? Какой именно проект? Кубай, центр человека. Кистенсовитахи. Кишевахари, сидиапту, тейсидиаты, стыдите. С тобой что-то случится, может, что-то, если ты поедешь, это нехорошее что-то. Не едь, если тебе предложат. Но выбор за тобой. Ну, я и не очень-то и хотел. Выбор за тобой все равно. Кастер в этой стоящей. Спасибо. Наташа. Проект Пубай находится в замороженном, в заторможенном таком состоянии. Тем не менее, ты постоянно выкладываешь какие-то новые видео. Тебе нужно внести в него что-то новое, какое-то новое направление. Угу. Я помогу тебе его найти. Я не знаю как. Я помогу тебе его найти. Инфодайвинг – это то направление? Это замечательное направление. Есть одно направление, мы можем с твоей помощью обучать только техникам. Не гипнозу, без гипноза, только техникам. Угу. Выбрать такое направление. Оно заинтересует многих, очень многих. И обновляй те видео, которые есть, добавляй комментарии. Даже если видео, которые есть, поменяй комментарий. Люди сразу поймут. Снимай видео чаще, которое длится не больше 4 минут, тогда его люди смотрят. Кыштваха сидахититори. А он готов делиться техниками с нами и обучить вот людей, чтобы они так брали информацию? Кто? Тот, с кем ты сейчас общаешься, твой наставник. Да, он это делал и вчера, и делает это сейчас. Он дает техники мне, которые я применяю для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Я не Артём. Что? Чтобы быстрее найти свое предназначение и как можно быстрее реализоваться. Я не понял вопрос твой. На чем мне сейчас... Он некорректный. Сконцентрироваться. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Чтобы быстрее стать на путь своего предназначения. Да, в течение этого месяца. Тебе нужно выбрать в первую очередь, что ты хочешь делать. И выбрать это, исходя из своих желаний, а не из тех, кто тебя направляет. Не слушай их. А потом тебе нужно найти то, где тебе могут этому научить, если ты это не умеешь. Но ты свое направление еще долго не найдешь. Нужно ли мне лечить людей? Они ко мне обращаются. Как ты можешь их лечить? Помочь. Если они обращаются к тебе за помощью, помогай. Угу. Мы для этого и есть. Но ни в коем случае... Не помогай так, чтобы потом пришлось помогать еще сильнее. А чем мне заниматься, начинать? Потому что я сейчас как в ступоре каком-то, не знаю, куда двинуться. А как тебя зовут? Ира, Ирина. Да. А чем ты занималась? Тебе стоит найти ответ в себе. Распиши, что, чем ты занималась. Напиши 15 пунктов, чем ты занималась или чем бы ты хотела заниматься. Из 15 пунктов оставь 5 наиболее понравившихся. Неважно, это будет фантазия твоя, желаемое что-то или же опыт. Из этих 5
выбери три. И из этих трех составь один. И тогда ты поймешь, что тебе нужно. Но у тебя на это уйдет много времени. Тебе нужно попробовать себя в чем-то новом. Ты что-то ищешь сейчас. Ты ищешь не там. Рядом с тобой какой-то человек, который ты считаешь, что он тебе очень близок. Он что-то делает с тобой. Что-то недоброе. А это мужчина или женщина? Это женщина. Ты считаешь, что она близка подруга. Она появилась не очень давно. До полугода. Ты считаешь, что она тебе близка. Ты считаешь ее другом, но не таким близким, который, как считают многие, что лучший друг, братан, сестра. Нет. Ты ее считаешь другом, которому можно доверять. Не доверяй ей. Я не знаю, кто это, я не вижу ее имени. Это другой город или этот город? Я вижу связь дальнюю, такую, как телефон, интернет. Я вижу дальнюю связь такую. И, скорее всего, это другой город. А чем она может владеть? Крещится. Я не могу понять, что она делает. Я не вижу, она еще не закончила. Я могу сделать так, чтобы она не смогла закончить. Я могу повернуть обратно. Но если у нее есть защита, мне очень мучительно. Ну, дай закончить, пожалуйста. Но если у нее есть защита от какого-то воздействия, и я верну все ее недоброе ей, она вернется к тебе обратно с удвоенной силой. Мне... Если бы ты принесла мне ее фотографию, я бы узнал, что с ней сделать, чтобы она от тебя отстала. Артур, задай, пожалуйста, вопрос. Где найти нам энцефалограф для проекта, или же не энцефалограф, а нужное нам оборудование, которое нам действительно будет нужно, чтобы провести исследование? Кто нам может помочь? Как это Прости, будет? Артемий, я хочу видеть полтора месяца. Я хочу видеть два месяца. Покажи. Покажи. Мне тяжело говорить. Дай мне ручку. Мне тяжело говорить. Кастьян, твой ты оттуда. У меня очень слабость. Ты наполняешься. Прекрасный, я ничего не чувствую. А чувствует энергию. Ты хорошо чувствуешь свое тело. Тебе хорошо и спокойно. Ты хорошо получаешь информацию. Я ничего не чувствую. И почувствую, как... Ну, очень плохо. Давай выйдем туда из состояния. Надо мной те, которые... Дай мне установку, запомни, что я хотел написать.
Запомни сейчас все, что ты хотел написать, и мы выходим. Надо мной те, с кем мне придется бороться 21 числа для помощи Алёне. Они делают мне слова. Удаляем тех, кто сейчас над тобой, с кем тебе придется бороться, и выходим из этого состояния, запомнив информацию. Просто выходим из этого состояния, запомнив информацию. Вдох-выдох. Ты в полной безопасности. Ты в полной безопасности и чувствуешь себя спокойно. Тебе хорошо и спокойно. Возвращайся. Тебе хорошо и спокойно. Ты чувствуешь свое тело. Ты чувствуешь свой организм. Привет. Привет. Ну ты как? Что ты хотел написать там? Запомнил информацию? Запомнил информацию. К концу января, в начале февраля придет какой-то человек, который работает в больнице. Он может предоставить аппаратуру, которую можно замерить что-либо. Неплохо. Что, надо сделать, чтобы тебе было лучше? Вдох-выдох, возвращайся. Не знаю. Сделай мне установку на забывание, на обновление. Забываем. На пополнение энергии откуда-нибудь. Забываем все, что было с тобой. Забываем. Забываем все, что было с тобой. Наполняемся силой, энергией, спать. Ты спишь и чувствуешь себя в полной безопасности. Спать. Ты спишь и чувствуешь себя в полной безопасности. Тебе хорошо и спокойно. Тебе хорошо и спокойно. Ты чувствуешь свое тело, чувствуешь свой организм. Тебе хорошо и спокойно. Тебе хорошо и спокойно.